Здравствуйте, дорогие любители годных ICO! Сегодня мы с вами рассмотрим roadmap данного проекта и продолжим рассмотрение проекта в целом. Итак, проект ZX основан в конце 2017 года, и в марте уже была выпущена альфа-версия веб-приложения. В апреле выпущена бета. Публичная бета запущена в июле, то есть в этом месяце. Или она будет запущена. Публичная продажа начнется в третьем квартале 2018 года. Также будет выпущена Android, iOS и веб-приложение в третьем и четвертых кварталах. Подарочные карты в криптовалюте будут доступны уже в конце этого года. И потом идет развитие дальнейшего проекта. До 2020 года расписан roadmap. Также можно почитать новости на довольно больших новостных агентствах. Экономика, основанная на корпоративной криптовалюте. Это растущий глобальный рынок, который в 2017 году набрал более 600 миллиардов долларов. Компании любят корпоративную валюту, потому что она гарантирует им доход, а потребители, потому что такая валюта гарантирует доступ к продуктам и услугам. Да, и правда, сейчас огромное количество компаний запускает свои криптовалюты, и компания ZIG не стала медлить и запустила ZX. Что я могу сказать? Очень хорошее решение. Здесь представлена модель токена, зачем он нужен. Конечно, перевод не очень хороший, поэтому я просто скажу, что этими токенами можно будет расплачиваться на платформе ZX. И, скорее всего, с ними будет минимальная комиссия, то есть нулевая. Партнеры Winx, ZIG, Ledger, Banker. Очень, кстати, неплохие такие партнеры у данного проекта. В следующем видео мы рассмотрим детали токен сейла. А на этом все. Всем удачи, инвестируйте свои деньги правильно.